Нам нужна карта. Какая карта? У меня нет никакой карты. Нет, нет, не дам. Как говорится, трям здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Руслан. Недавно я переслушал клип от СМР. Ну, вы поняли, короче. Я посмотрел его ремикс на песню «Дейлор на машине». Короче, сделана в машине. Ладно. Сама песня была сделана до Games. Вы, наверное, ее слышали. Она очень крутая, и ремикс тоже довольно крутой. Ремикс я послушал, и хочу сегодня я рассказать о нем. Во-первых, это видео, ну точнее, вот этот ремикс, 4-й по популярности видео. У него 10 миллионов просмотров. Давайте я скажу о самом видеоряде, который идет. Играет сама оригинальная музыка, но под ремиксом. Вначале у нас трёс обычный Бенни-мультяшники, поджимает свои ручки. Потом, когда у нас идет припев, ну, такой не припев, припев не припев, ладно. Когда у нас идет припев, то идет приближение, и Бенди ничего не делает. Но вот когда идет настоящий припев, то он приходит к чердильной машине, и он изменяется, у него злое выражение взгляда, весь облит чернилами, и машина начинает лить очень много чернил. Потом на нас, там, как бы, саму картинку перебрасывают на чернильную машину, а именно на инк, вот эту вот, которая сейчас стоит, вот эта машина, и там написано «Взади инк». Ну так вот, потом, когда уже во втором куплете ничего нет интересного, мы потом летим по коридору, слушаем, как бы, третий куплет. Потом у нас потом идет сам, получается, третий куплет. Но когда вот этот МТ-83 летят, там нет никаких там спецэффектов, чтобы Энди не там красным становится. Даже шрифт один и тот же. Но на этом хоть и спасибо. Под конец уже у нас Бенди просто становится вблизь, нас перекидывает потом на машину. Ну, и мне кажется, что в 4-м куплете, когда припев начинается, мне кажется, Бенди там немного не такой не резкий. Если в тех трех куплетах он был такой резкий, то здесь он не резкий, как бы, вы поняли. Ну так вот, что у нас идет дальше. Потом у нас чернильная машина останавливается. Ну и Бенди тоже. А елки-палки, и Бенди тоже останавливается. Спасибо за звуки. Ну так вот, что же о самом ремиксе? Ремикс довольно хороший. Проработан он тоже неплохо. Конечно, можно было, еще раз говорю, со скримером, который вот сейчас появился. Когда вот этот мой английский тест. Ну так вот, ну это маленькая мелочь. Так клип довольно хороший, можете его послушать, ссылку я оставлять не буду, да. Ну, вот и весь мой разговор на сегодня. И еще, вы, наверное, зададите вопрос, почему я долго видео не снимал. Не знаю, 3 недели канал ничего не записывал. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.